Посадочка в линейку. Все бело, лишь буквы выстроились дружно. Я еще не видел жизни на копейку, а уже за жизнь расплачиваться нужно. Что же делать? Надо вывернуть карманы. Может, звякнет об пол мелкая монетка. Заплачу за все и выйду из тумана. Что надумала прекрасная кокетка? Я уверен, завтра будет все в порядке. Ах, ничто не стоит нервов и покоя. И запишется в судьбы моей тетрадке что-нибудь не очень скорбное такое. Я отдам вам все, что знаю и умею. Успокойтесь, не волнуйтесь, время грянет. Кто молчит, тот послезавтра онемеет. Кто глаза отводит, завтра же обманет.